Вот пришла очередная посылка из Китая, уже снял бумажку. Это часы. Часы покупал не для себя. Попросили заказать часы, как правильно это называется, скелетоны, по-моему. Давайте их посмотрим. Доставка была довольно быстрой. 20 дней часы были у меня. Продавец хорошо со мной общался. Четко мне все объяснил. Хорошая обратная связь. В принципе, то есть всем довольны. Визуально, на первый взгляд, повреждений никаких не вижу. Эти часы механические, водонепроницаемые, с автоподзаводом. По-моему, за 17 долларов примерно они куплены. Не знаю, сможете ли вы их рассмотреть поближе. Камера не очень хорошая, нержавеющая сталь, ремешок. Ну, в принципе, ничего особенного, но за такую цену, я думаю, что это очень даже хорошо. Ремешок большой. Удобно, что он на таких кнопочках открывается. В принципе, мне часы более-менее нравятся, хоть я не любитель такого вида часов. Ну, в принципе, больше я не знаю, что о них сказать. Если вас интересовать будет, как они себя показали в работе через какое-то время, можете задавать вопросы, я отвечу. Сейчас их вам покажу поближе. Думаю, что вы должны хорошо их рассмотреть. Это или много, или мало. В общем, такие часы. Как по мне, довольно неплохая вещь за такие деньги. Выглядят они, по крайней мере, дорого, так скажем. Если кому-то нужны будут фотографии более ближе, более подробно, могу для вас выложить.